Всем здорово, всем привет, доброго дня. Сегодня мы посмотрим, вот нашел целую кучку монеток 2008 года, порылся по интернету, что есть среди них и очень ценная монета. Есть очень ценная монета, которая была продана за чуть больше 6000 гривен на аукционе. К сожалению, у меня обычные монеты, я так надеялся, что может у меня она будет. В чем ее особая характеристика, особенность монетки, которая была продана, что данная монетка копеечка 2008 года не магнитится. А у меня, вот посмотрим. К большому сожалению, каждая монетка имеет магнетизм, короче, магнитится. А что, вот такие вот, ребята, дела. Кому повезет, тот, кто найдет монетку одну копеечку 2008 года, не магнитную, тому очень крупно повезло. Ищем, смотрим, шаримся, радуемся. Вот такие вот, ребята, дела. Так что всего хорошего вам. Пока. Пока, ребята. Пускай вам везет. Пускай вам везет постоянно.